целях исполнения указа о мерах по развитию национальной киноиндустрии необходимо готовить молодые кадры, которые помогут в будущем повысить уровень отечественной кинематографии и позволят выйти кинокартинам на мировой рынок. Также это поспособствует производству качественных полных и короткометражных фильмов. Сегодня наша молодежь снимает фильмы, пытаясь выйти на новый уровень. В целях поддержки и стимула мы хотим создать фонд. Думаем, что с реализацией такого актива наши фильмы станут качественнее, ведь для этого у нас есть все необходимые ресурсы. На совещании по реализации указа было рассмотрено несколько вопросов. В частности, были озвучены предложения по созданию кинофондов, соответствующих комиссий, проведения творческих конкурсов, также укрепление материально-технической базы. Сегодня мы ощущаем недостаток некоторых средств, поэтому привлечение инвестиций действительно необходимо. На совещании мы выдвинули предложение по совершенствованию материально-технической базы. Если техника будет улучшена, то будет заметно качество фильмов. Как известно, на производство качественных фильмов творческая группа привозит оборудование из-за рубежа. Поэтому при реализации указа необходимо обратить внимание на данную проблему. Мы сегодня предложили создать единый центр при киностудии «Кыргызфильм», и чтобы не разбрасываться и не разделять разные подразделения, сделать такой большой современный центр и обеспечить этого центра высокотехнологичным, хорошей техникой, и чтобы с этими техниками пользовались все подразделения киноиндустрии. Отметим, указ о мерах по развитию киноиндустрии позволит выйти данной отрасли на новый уровень. Для его полного исполнения были даны поручения соответствующим органам. Салима Дюшенбекова, Келдебек Уламбеков, СТВ.